Так, ну, подъехал арбитр поговорить с Артемием Акшумовым и объяснить ему все, что нужно. Но Артемий вскипает и просто отоварил судью кулаком. Вот это да, да ладно, какая жесть вообще. Артемий, вау, это Уралмаш, детка. И он просто не выдерживает и прямо клюшкой по корму промеж лопаток. Вы посмотрите, на! Я такого еще в своей жизни не видел.